Самый первый. Есть у вас закон, запрещенный. Она может быть прямой, она может быть согнутая. Важно не спешить. Вот, смотрите, вот кисть, она слабее, чем локоть, да, зажимчик. То есть не продавлю. Соответственно, у меня плечо тоже сильнее, чем его кисть. То есть мы не давим кистью в локоть, мы стараемся через волну, вот прямо вот взяли и почувствовать, как у вас рука гуляет свободно. С ногами, то что вы делаете? Вкручивали, да, движение. Но вокруг этой точки, заходит. Она не сразу вот сюда давит, а старается опора не потеряться здесь, то есть прям туда, видите? Продержали чуть. Ногу оставили, сед вниз, в сторону. Видите, то есть локоть в одну сторону, достаточно, а коленочко в другую. То есть сам принцип, мы его растягиваем здесь. Поэтому запускаете от ног. Прихватили, отшагнули в сторону, сед вниз. Стой, стой. И вот здесь полупетельчика. Раз в сторону, к себе вы притянули. То есть он лег у вас удобно, под все удары. Оп, у вас движение. Кисть. Изменяли угол кисти. Ноги. Не в него, за него. То есть за копчик и к себе притянули. Нога к ноге. И поворот.